comfort food. Должна была готовить в прошлом году. Помните, готовили и шли кюфта. Немножко сохранила, чтобы этот суп приготовить, и забыла. Сегодня утром копалась в холодильнике, нашла и шли кюфта и решила приготовить и забыть. У нас недовольный шеф. Интересно, Тесс. Этот звук слышите, как вертолет? Наш сосед бессовестный решил сделать ремонт во время наших съемок. То есть они асфальт обновляют или трубы меняют. Нам это не касается, но звук со стороны наш шеф. Окей, интересный звук. Про хлеб забыла. Чуть не сожгла, обожгла. Сюда. Сегодня уже третий раз стараемся начать снимать видео, и не получается. Вернемся к супу. Ишли кюфта уже знаете, ссылки внизу поставлю, посмотрите. Надо сварить ишли кюфта. Просто кипяток в кастрюлю, ишли кюфта. Кастрюлю с кипятком, соль тоже можно добавить. И мне еще кипяток нужен. Это пусть варится где-то 7-10 минут, зависит, если они замороженные, долго варятся. Если они уже room temperature, комнатная температура, можно и поменьше сварить. И пусть это варится, и перейдем к супу. Хотя кто-то что-то хочет с холодильника, Исайка. Для супа берем йогурт. У меня на канале есть домашний, очень вкусный йогурт. Сейчас нету домашнего, делаю с магазинным. Обычно на стакан йогурта или мацуна добавляю где-то 4-5 стаканов воды. Зависит, какой густоты вы хотите, чтобы у вас был этот суп. Добавляю туда рис. Рис где-то четверть стакана, круглый рис обычно берем. Добавляют еще муку, и яйцо туда добавляют, но я никогда с яйцом не делаю. Говорят, с яйцом мацун не сворачивается, но без яйца тоже не сворачивается. Добавляют туда муку. У меня мука овсяная, я сама молола. Любая мука подойдет. И это все хорошенько смешиваю. Сейчас кипяток готовится. Чтобы там комочков не было от муки. Еще можно с цеженным мацуном сделать. Тоже с цеженным мацуном не сворачивается сапас или танапур. Соль пока не добавляем. Сейчас добавляю кипяток и смешиваю. И поставлю на огонь, будет вариться. Если у вас все-таки суп свернется, берите электрический миксер и миксером разок два или один раз хватит. Быстро перемешайте. Все. Никто не узнает, что у вас спас свернулся. Сейчас пусть это идет на огонь, потому что если, говорят, если не стоять около спаса и все время не замешивать, она все равно свернется. Но у нас времени нету для этого, так что пусть варится, это здесь варится, а на другой стороне делаем такую обильную и ароматную зажарку. А для зажарки нам понадобится масло. Я всегда беру растительное масло. Минт, мята, гарлик.
Ох, чеснок. Зубчик чеснока хватит. Грецкий орех. Горсть грецкого ореха, скажем. Или больше-меньше вы сориентируйтесь. О, что я забыла принести? Анен. Совсем чуточку лук, репчатый лук. Сейчас за луком. Я же знала, что-то забывала. Окей. Пойду за луком и такую простую зажарку готовлю. За это время все варится, соединяем суп готов. Одна-две столовые ложки масла. Это еще тут огромный лук. По-моему, 3-4 блюда уже готовила этим луком. Мелко порежу лук и поджарю, пока до золотистого цвета. Добавляем лук и сразу за луком можно добавить орехи. Пусть это жарится. Мяту тоже сразу можно добавить. Чайная ложка или сколько предпочитаете. Говорят, жареная мята другой вкус имеет. Очень вкусно с таким супом жареная мята. Сейчас орешки добавлю, потом чеснок добавлю и зажарка будет готова. Орехи надо хорошенько измельчить. Орехи добавляю, и можно чеснок тоже измельчить или через эту чеснокодавилку. Немножко масла добавлю, сухой какой-то, зажарка. Добавляю зубчик чеснока, и зажарка, можно сказать, готова. Минуты две поджарю все вместе и все. Даже выключу, потому что у меня плита электрическая, все равно горячая остается несколько минут. Это готово. Думаю, и шли-кюфта тоже готовы, наши фрикадельки. Да, они мягкие, значит, хорошенько сварились. А как поживает наш танапур? Должны посмотреть, готов ли рис. Рис почти готов. Это значит, к рису добавляем нашу зажарку. И шли кюфта по желанию, кто сколько хочет, обычно спрашивают, тебе класть или не класть. Я два добавлю, потому что остальное оставлю сына. Для сына. Сапас не любит, но кюфту любит, к сожалению. И сейчас выключу. О, солить надо. Друзья, товарищи, совершенно забыла про соль. Соль надо добавить. И подают такой суп или с лимоном, или с сумахом. Сумах – это такой кислый. Кто-то из подписчиков написал, что это барбарис сушеный, но это не барбарис. Оказывается, совершенно другая приправа. Сейчас покажу. Очень горячий. Можно потерпеть. И половник понадобится. Не знаю, насколько аппетитно выглядит, но это очень вкусно, поверьте.
хочу еще один поставить, чтобы фото красиво получилось. Пусть будет. Потом уберем. Никто не узнает. А вот сумах выглядит вот так. Если в Гугле поискать, больше информации, да, будет. Вот такой бордовый, мутный цвет у сумаха. Сейчас добавлю на фрикадельки. Ну, я с лимоном больше люблю. Угу. Сейчас фото быстро сделаем и буду наслаждаться и вас благодарить, что меня голодную не оставили. Этот суп должно подаваться в горячем смысле, в горячем виде. Так что долго не ждем и пробуем. И изумляемся. Очень вкусно. Но пока не приготовьте, не узнаете, про что это я говорю. И некоторые считают несовместным мясо с мацуном. Но это блюдо не я придумала. Люди это готовят и очень любят. Здешние армяне очень любят это блюдо. Очень вкусно. Все, рецепт внизу поставлю. Ссылки на мацун, на ишли кюфта и на начинку ишли кюфта, потому что в разных видео я готовила кюфту и начинку. Все внизу поставлю и пропорции танапура, то есть спаса, тоже внизу этого видео поставлю. Попробуйте и поделитесь своим мнением. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, не стесняйтесь и пишите комментарии. Мне их очень приятно читать. Все, увидимся! Матная гора.